Уже девятый раз в регионе проходит фестиваль «Читающая Смоленщина». Его цель – продвижение книги и чтения, раскрытие фондов областных и городских библиотек и живое общение. В рамках мероприятия 15 апреля в Десногорской центральной библиотеке была проведена встреча с книгой «Письма Победы атомных городов». Издание создавалось Управлением информации Смоленской АЭС к 75-летию Великой Победы и 75-летию атомной промышленности. Люди приносили, наверное, вот такое мнение, как будто самое дорогое, что у них есть в жизни осталось. Вот, наверное, такой как будто талисман, который передается в семье и который, наверное, хранится и охраняется лучше, чем любой, наверное, дорогой предмет, который есть в данной семье. Итогом работы стал сборник писем фронтовиков времен Великой Отечественной войны, родные и близкие которых сегодня живут в городах расположения атомных станций. Исторический альманах включил в себя более 70 писем, 13 из которых – реликвии десногорских семей. Вот маленькое письмо, значит, вот он пишет. 15 октября 1941 года под Вязьмой попал в окружение. Пришлось пережить и поработать в Смоленской области до 20 февраля 1942 года. Вот уже скоро будет месяц, как наша часть, в том числе и я, нахожусь в бою. Вы сейчас меня, наверное, не узнали бы. Стал совсем седой. А ему на тот момент было 34 года. Родственники фронтовиков поделились сокровенными строками с молодежью Десногорска. Эти письма солдат, которые не вернулись домой, помогут ребятам в полной мере понять ценность мирного времени, осмыслить мужество и подвиг советского воина, ощутить его тоску по дому, желание скорого возвращения и скорой победы. Также учащиеся Десногорского энергетического колледжа показали творческие зарисовки. Молодые люди были награждены благодарственными письмами.